Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Фокус на человека». По различным данным, от 10 до 16% слов в нашем языке заимствованы, но по ощущениям, как будто этот процент в последнее время больше. Незнакомые ранее слова из английского и других языков, в основном из английского, конечно, попадают в нашу не только профессиональную, но и обычную, жизненную, каждодневную речь, обыденную. И хорошо это или плохо, мы будем разбираться с профессионалом. Гость студии сегодня – доктор филологических наук, заслуженный деятель науки, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Марина Ивановна Солнышкина. Здравствуйте, Марина Ивановна. Здравствуйте. Для начала я бы хотела, с вашего разрешения, зачитать два варианта небольших фрагментов из Антона Павловича Чехова «Три сестры». Конечно, пожалуйста. Первый оригинал. Ольга. «Сегодня ты вся сияешь, кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива. Андрей был бы хорош, только он располнел очень. Это к нему не идет. А я постарела, похудела сильно. Оттого должно быть, что сержусь в гимназии на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова. Я чувствую себя моложе, чем вчера». Второй вариант. Предложили или... как это сказать? Сгенерировали. Сгенерировали, да, мои коллеги, 20-25 лет возраст. И теперь фрагмент из Антона Павловича Чехова выглядит следующим образом. «Сегодня от тебя крутой вайб. И Машка зачет. Андрей был бы норм челм, но раздулся. И это дикий зашквар. А меня в бумер записывать пора. Наверное, скинула кучу кило, пока агрила с гимназии на тянучек. Вот сегодня я forever alone. У меня вписка на одного, не болит голова, и я не чувствую себя таким дэд-инсайдом». Дэд-инсайдом. Я даже не знаю. В общем, когда я читала это другим коллегам, сказала с вопросом, все ли понятно, да все понятно же. Ну, понятно, что для меня тут не все понятно, но я немножко в другой возрастной категории. Так вот, что получается? Вот когда в первом фрагменте я читала Чехова, там не было устаревших слов. Может быть, были устаревшие сочетания, согласования, но слов устаревших не было. Получается, что мы к чеховскому языку больше никогда не вернемся? Мы от него и не уходили никогда. Во-первых, спасибо, Наталья, что пригласили. Потом, мне кажется, что я тот человек, который может и понять этот текст, и в определенной степени успокоить вас. Поскольку я всю жизнь занималась преподаванием английского языка преимущественно, да, я доктор филологических наук, да, у меня и кандидатская, и докторская по сопоставительному русскому и английскому языкам, да, и вот тот текст, который вы читали, он, конечно, для меня понятен, да, он не прекрасен, он плох, но он понятен, но мы же обе понимаем, что это всего лишь шутка. Это шутка, поэтому я и сказала, сгенерирована. Uh-huh. Да, то есть это почти машина, которая взяла отдельные слова и заменила на другие. Uh-huh. Вот. Но при этом в тексте остался тот же самый русский синтаксис. Русский синтаксис, совершенно вот. Верно. А русский синтаксис мы с вами понимаем как словисты, да? Вот, как словесники, это все-таки основа. Вот. Поэтому да, вот я бы хотела все-таки развести эти две проблемы. Да? А есть проблема русского языка и есть проблема русского дискурса, как говорят ученые, или речи. Да? Или в данном случае еще конкретнее речи, или, может быть, даже и диалектов, то есть речи отдельных языковых личностей, в данном случае либо подростков, либо молодежи, да? То есть социолекты. Вот. И что касается русского языка, то за него бояться просто не нужно. Он великий и могучий, и синтаксис русского языка как основа, он, конечно, не изменяется. Мне бы хотелось, знаете, вот начать с такой небольшой метафоры. Опять-таки для того, чтобы понятно было нашим слушателям или нашим зрителям, да, а не только нам с вами. То есть язык вообще это такой абстрактный конструкт. Два красивых русских слова, да? Абстрактный конструкт. Mm-hmm. То есть это система, состоящая из элементов. И вот метафора, она состоит в том, чтобы, ну, скажем так, показать наглядно, как это выглядит, да? Вот представим, что сама система русского языка – это такой склад строительных материалов.
Там есть конструкции, там есть кирпичи, там есть гвозди, там есть доски. То есть это все те элементы, которые существуют в русском языке, ну или в любом языке. А вот каждый из носителей, строя текст или генерируя текст, строит свой дом. Он выбирает те конструкции, которые ему по силам. Понимаете? И мы знаем про Эллочку, у которой и без всякого билингвизма, и без всякого двуязычия было всего лишь 34 слова, потому что она освоила только 34 слова. Да? Сейчас за последние 30 лет большая часть нашего населения двуязычна. Двуязычные, и они просто используют те слова, которые первыми приходят на ум. Особенно это, конечно, интересно, но это, наверное, отдельная тема у нас в Татарстане, поскольку у нас вообще полилингвизм, да? И вот те нервные связи между словами, которые прочнее и крепче, которые мы часто используем, они, эти слова первыми выпрыгивают и появляются. Вот, поэтому то, что вы зачитали, это шутка. Так не говорят. Ну, да, даже молодежь не говорит. Вот, русскому языку ничего не страшно, а речь каждого отдельного носителя, то есть и диалект, это как раз то, над чем нужно работать. Вот там проблема. А вот еще к слову о русском синтаксисе хотелось добавить, что, по сути дела, получается, что мы берем, ну, какие-то короткие, допустим, английские слова, и с помощью словообразования русского, вот, типичного для русского языка, мы их, получается, русифицируем. Тоже чилить, да? Мы же его сделали русским словом, по собственно говоря. Лайфхакать. Да, да. Вот. Копипейстить. Копипейстить и так далее. И вот все слова, получается, что мы их не сохраняем в чистом виде, вот в том, ну, не все, точнее говоря, да, сохраняем в чистом виде, как кальку, а преобразуем, и они становятся русскими, конечно. Становятся. То есть, почему я говорю, что русский язык силен и могуч, да, или не только я говорю об этом? Потому что у русского языка, как у системы, есть такие фильтры отбора, да, то есть и вот как раз молодежный жаргон, да, или профессиональные подъязыки, которыми мы тоже вот в нашем институте занимаемся очень давно и достаточно продуктивно, они отбирают те слова, которые нужны или профессионалам, или молодежи на каком-то этапе, да. То есть это пока казионализмы. Это слова, еще одно хорошее русское слово, да, вот они, ну, конечно, не случайным образом, но попадают для каких-то целей. А потом они адаптируются к русскому языку, да. То есть прежде чем, вот если возвращаться к нашей метафоре, да, прежде чем встроить вот этот кирпичик в то здание, которое конструирует человек, да, он должен его подогнать. Для этого, да, морфологические средства, да, в том числе и фонетическая какая-то обработка, да, то есть мы можем Чарльза заменить на Карла, да, Теодора на Федора, да, это потому, что у нас нет таких фонем, нет таких звуков, да, и то же самое с суффиксами. Ну вот я совсем недавно слышала речь мальчишек, которые играют в онлайн-игры, да, один из них сказал, ну я его дефитнул. Понимаете, ну, то есть, если бы он сказал, нанес поражение, да, ну, это, во-первых, совсем был бы другой синтаксис, да, опять. Не для этого контекста совершенно. Конечно. Да. А потом, ну, да, дефитнул – это плохо, но для них это понятно, и здесь срабатывает закон экономии языка, да. То есть мы всегда экономим свои и когнитивные усилия, да, и усилия, которые необходимы на продуцирование речи. Это происходит совершенно естественным образом. Вот. И понятно, что, ну, в высоком регистре, да, в официальной обстановке никто не будет говорить дефитнул. Дефитнул, конечно. Да, дефитнул, да. Дефит, да. Дефит, да. То есть это будет совершенно непонятно. Но вот в том конкретном контексте оно было вполне уместно. Вот вполне уместно. И насчет экономии языка, да, насколько вот я помню, в принципе, язык всегда стремится к какое-то максимальному упрощению, да? Конечно. Разговорный язык, по крайней мере. И поэтому даже, знаете, несколько лет назад очень популярно было, не имеющее отношения к англицизмам, слово такое, для меня это слово «паразит», «посчет». И оно, я
У меня ухо режет, я думаю, что же такое, из чего? И мне кажется, ну это моя только гипотеза, что оно образовалось из двух слов. Поговорить на счет. Сократили, получилось по счет. Ну как-то я по-другому не могу это оправдать. Ну то есть вот это может как-то служить комментарием того вот стремления к краткости. И в этом смысле вот эти англицизмы, если я их правильно называю, конечно, они тоже вот эту роль выполняют. И то есть некоторые слова, вот как вот, дефитнул, да, заменяет собой два или три слова, а в английском варианте можно все это сказать коротко. Короче, и плюс, да. Наверное, вот как вы считаете, вот слова, ну как бы закономерность или оправданность присутствия английских слов в русском языке вместо выражений, которых в принципе пока не существовало в русском языке, в русском варианте. Ну вот у вас два вопроса прозвучало, да, на самом деле? Да, то есть вот начнем с первого, то есть почему? Здесь нужно вернуться еще к одному постулату, который хорошо известен лингвистам и, очевидно, вам, да, но, может быть, не всем нашим зрителям, что есть культуры низкотекстуальные, но высококонтекстуальные. То есть мы мало говорим и много подразумеваем. Ну, допустим, восточная культура. И есть культуры высокотекстуальные и низкоконтекстуальные. То есть они проговаривают все. И это западная культура, как правило, да? Но это такое достаточно большое упрощение. Потому что на самом деле любой социум, даже наш с вами, да, вот мы недавно с вами встретились, да, он проходит определенные этапы. От высокой текстуальности, когда проговаривается все, до низкотекстуальности. Хорошая семейная пара, прожившая 30 лет, много не говорит, да. Она стала уже давно низкотекстуальной, но высококонтекстуальной. То, да? Что называется, понимают друг друга без слов. Да, именно так. Вот, поэтому, в принципе, в любом, ну даже вот вернуться к этим мальчишкам, да, то есть очевидно, что это сработавшая там пара игроков, да, которые хорошо друг друга понимают. Им, в принципе, наверное, не нужно было даже говорить, я его дефитнул. Он мог вполне сказать дефитнул, да, или там, как я не знаю, вот люди, стоящие на автобусной остановке, один из них говорит, идет. И все понимают, что идет тот вид транспорта, который они все ожидали, да. То есть тут еще ситуационная модель такая помогает. Вот, поэтому, в принципе, нужно рассматривать, конечно, каждую конкретную ситуацию, но то, что мы все абсолютно, независимо от нашей культуры, стремимся к вот этой вот низкой текстуальности, высокой контекстуальности, а это означает к пониманию, понимаете? Но вот чтобы убрать эти недопонимания, да, наш текст должен, ну, наша речь, да, она должна приближаться тогда к конструкциям. Ну, не знаю, вот стиральная машина, чтобы включить, да, вот нужно... Но такого же не бывает в жизни, да? Вот, то есть мы делаем речь оптимально текстуальной или стремимся к этому. Вот, поэтому... Закон экономии языка, конечно, действует, но он всегда должен действовать оптимально, так, чтобы тебя поняли и поняли правильно. Потому что если я в одной из инструкций своим студентам что-то не проговорю, разночтений будет много. И это тоже очевидно и понятно. Да? Потому что это уровень инструкции, собственно говоря. Да, это уровень инструкции, где все должно быть очень хорошо прописано. Вот. А второй вопрос у вас касался, полезно ли и вообще, нужны ли нам эти... Второй вопрос касался присутствия в современном в этом разговорном языке слов из английского языка, которые означают несуществующие пока в русском языке понятия. Да. Если отвечать коротко и однословно, значит, они нужны. Понимаете? То есть существует определенная зависимость между объектом и словом. Да? То есть вот для одного объекта больше, чем одно наименование, появляется только в том случае, если нужно описать еще несколько характеристик этого объекта. Да? То есть очевидно, что вот вас могут называть и Наталья по отчеству, да, и Наташенька, и Натали, совершенно по-разному, да, в зависимости от ситуации, там, я не знаю, или дочка, или мама, да, в зависимости от функции. Вот, а то же самое с любым объектом. Если появляется дополнительное слово, значит,
то слово, которое существовало, оно не характеризует этот объект таким образом, каким оно должно было бы быть определено. Mm-hmm. Это первое. А вторая причина или принцип такой прагматический появления новых слов, это когда появляется совершенно новый объект. Ну, мы об этом уже говорили, да? Вот я совсем недавно прочитала на сайте у нашего университета КНИТУ, да, технологического университета, да, что у них появляется новая магистерская программа. Я не знаю, последних новостей не читала, реализована она или нет. Совместно с Сибуром, который называется compliance. Да. Вот ваши брови, пока ваш взгляд, да, показывает, что вы не знаете этого слова. То есть, если мы переведем это на русский язык, то это будет соблюдение правил. Но вот двуязычный словарь, он не дает всей характеристики вот опять этого объекта, этого референта, как говорят лингвисты. Compliance – это значительно больше, чем просто соблюдение правил. Это определенная преданность, да, и приверженность этим правилам, то есть вера в эти правила. Да? Ну и, наверное, в определенной степени следование закону, следование вот, установленным регулярностям, да, то есть исследование традициям и установление. То есть это такой очень серьезный комплекс самых разных понятий. И соблюдение правил, даже правильно определенный словарем, не дает, вернее, вот это сочетание не дает всего понимания вот этого концепта. Ну и, наверное, определенная дань моде тоже, да, то есть вот эта завуалированность, это еще одна из причин, да, завуалированность. Потому что появление нового слова в языке может служить еще и, как говорят лингвисты, элиминации коммуникации или общения, да, то есть мы можем кого-то отвергнуть, потому что мы его проверяем, понимает он или не понимает. То есть на compliance пойдут те люди... Свой чужой, собственно говоря. Да, на compliance пойдут те люди, которые знают, что это такое. Вот. Или наоборот, чтобы продемонстрировать принадлежность к какому-то обществу, да? То есть если я скажу «митигировать риски», то очевидно, ну, очевидно, что вы поймете, что, возможно, я обучалась где-то. И это определенный жаргон экономистов, банкиров, политиков. Понимаете? То есть это мой такой флажок демонстрации, что я как раз тоже свой. Да. А если вы не понимаете митигировать риски, или это не говорите, или вы говорите смягчать, или, может быть, изменить ситуацию, да, для того, чтобы рисков было поменьше, ну вот, значит... Если я говорю, что минимизировать, допустим, риски, то получается, что я, во-первых, не отслеживаю последние тенденции развития языка вот именно в этой сфере, да, да, вот этого профессионально, а значит, я не слежу за последними публикациями, значит, я вообще отстал, и либо ты каких-то придерживаешься слишком консервативных взглядов, не пуская в свой язык, да, современности, да. И да, это тоже не про команду, не про то, что ты можешь подойти. Но мы здесь говорим опять о социуме, ну, да? То есть о социуме, это опять может быть даже такой микросоциум людей, получивших образование, да, в западных вузах, скорее всего, да? То есть мы же говорим вот об этом наплыве новых слов за последние 30 лет, когда, повторюсь, мы стали, практически все стали билингвами, и люди имели возможность поехать поучиться, но мы же повторили те самые события, которые, ну, я не знаю, даже были во времена Петра I, да, то есть когда люди поехали в Голландию, да, в Германию за образованием. И именно тогда был наплыв и тоже волна новых слов. Вот, но русский язык справился. И русский язык справился. Ну, потому что это только листочки на дереве, понимаете? Это не стволы, это даже не ветки. Это только маленькие кирпичики, которые можно заменять или вот подгонять. Потому что каркас... Синтаксис, он наш, он никуда не ушел. Если сейчас вернуть вот Петровскую эпоху и посмотреть те слова, которые тогда пришли, для нас они сегодня будут совершенно нашими, абсолютно нашими. Конечно. Я просто думаю, вот этот вопрос в последнее время, может быть, как-то немножечко, ну вот, поострее стал звучать, потому что вот этих слов, пришедших из профессиональных жаргонов, их стало в обычной речи очень много. И я думаю, что здесь, наверное, как раз то, о чем вы говорите, про
желание присоединиться к этому сообществу современно молодежи, да, людей, идущих в ногу со временем, со всем миром, да, со всеми технологиями, есть тут какой-то, да, психологический аспект, психосоциальный, может быть? Ну, конечно. То есть вот принадлежность к какому-то сообществу, да, то есть я свой среди своих, а не чужой. Это очень важно, особенно, опять-таки, для молодежи или для любого профессионального сообщества. А, понимаете, вот у нас совсем недавно ввели в расписание новую дисциплину — академическая коммуникация. То есть чем я, допустим, занимаюсь, да, как преподаватель, который вот ведет эту дисциплину? Я перевожу с такого бытового русского на академический русский. То есть, как правило, это связано, конечно, с изменением в синтаксисе, да, тех текстов, которые пишут мои студенты, но еще и замена таких общеупотребительных слов специальными. Да? Для чего? Опять для того, чтобы снизить текстуальность. Потому что мы в профессиональном сообществе должны обходиться меньшим количеством слов и передавать больший смысл. Опять-таки, это опять тот же самый закон экономии. Да? То есть мы экономим свои усилия. Я называю термин «меня либо понимают, либо не понимают». Поняли — хорошо, поехали дальше. Кто не понял — остались. Понимаете? Вот это общее направление движения любого микросоциума к профессионализму. Любого, абсолютно. И, ну, я не знаю, вот еще один пример, да, с музыкой. Либо вы понимаете классическую музыку, да, и джаз, либо вы не понимаете, становитесь музыкантом, да. Чем больше вы знаете, тем проще с вами разговаривать с профессиональным музыкантом. То же самое с лингвистами. Вот, поэтому освоение профессионального языка – это освоение терминов в первую очередь. И в экономике, в банкирном деле, да, там, у программистов тем более. И чем больше там концептов из англоязычных культур, тем больше там будет английских слов. Это тоже очевидно. И та наука или то производство, которое на шаг вперед двигались в англоязычных странах, они, конечно, стали источником этих англицизмов. Это тоже совершенно понятно. Но мы же обкатаем эти термины. Русский язык он обкатает, как вы говорили, да? То есть мы добавим, ну, я не знаю, там... свои суффиксы, свои окончания, спряжения, склонения. Конечно, да. То есть мы не будем говорить allocate, да? Вот аллоцировать я совсем недавно услышала, да? А вот какие-то совсем инородные заимствования, ну, допустим, вот совсем недавно в речи одного из политиков прозвучало «арогантный» вместо «надменный». Понятно, что вот такого рода слова – это, скорее всего, появление, вернее, причина вот такого рода слов – это, скорее всего, двойной перевод. То есть, скорее всего, это вот еще одна из причин, да, то есть, когда человек ведет профессиональный диалог, особенно если с переводчиком, он начинает мыслить на английском языке. Да, на английском языке, но по правилам протокола он должен вести беседу на русском языке. И во время диалога у него опять вот из-за того, что эти нервные связи очень прочные, выпрыгивает это английское слово, он его не может перевести. Или он даже его переводит. Ну, допустим, вот есть тоже очень хорошее русское слово, теперь уже «триггер». Да, то есть мы все знаем, что все можно... Уже привыкли к нему. Да, мы можем сказать «спровоцировал», да, вот, стал триггером. Вот, или это было триггером. Но мы уже не говорим, это было спусковым крючком. Понимаете? И если мы даже... Если вот как раз именно в речи этого политика я услышала, это стало спусковым крючком, и это опять начало резать слух. Понимаете? Что здесь как бы уже должно быть слово «триггер». Да, потому что есть еще один момент, о котором мы с вами не говорили. Все-таки вот если в русском языке останется, конечно, будет останется спусковой крючок, да, он останется, очевидно, в областях, связанных с военным искусством, да, с военным делом. А вот триггер – это все, что не связано с этим, да, то есть у него другой контекст. Немножко метафорично звучит, что ли, конечно, в каком-то смысле. Конечно, русский язык развел, да, вот эту метафору, и буквальное значение. И в этом тоже его сила. И собственно говоря, стал на одно слово богаче. Конечно. Как минимум, да? Конечно. Я еще хотела здесь один момент отметить. Вот смотрите, вот я не билинг. Мне, ну, неважно,
плохо это, хорошо, но я хорошо говорю только на одном языке. И тем не менее, когда я пришла на Универ ТВ, работая здесь в специфической среде людей, связанных с соцсетями, с маркетингом и так далее, да, с журналистикой, с телевидением, я напитываюсь словами, которые для меня не были никогда присущи. И я через какое-то время стала ловить себя на том, что я их использую. И у меня сразу включился критик, который говорит: ага, ты, значит, не знаешь ни одного слова по-английски, ну, условно говоря, а то, значит, используешь эти слова, и как-то это как будто бы диковато. Но через некоторое время это ушло, и я сейчас совершенно спокойно использую эти слова, не владея английским языком. Понимаете? Это вот интересная такая штука, но это скорее про самоощущение. Я могу поделиться своими впечатлениями. Вот когда была образована наша лаборатория текстовая аналитика, она объединила психологов, лингвистов, психолингвистов, педагогов и программистов. И понятно, что программисты в своем профессиональном жаргоне имеют огромное количество англицизмов. И первое слово, которое меня ввело в полное заблуждение, хотя я человек, который владеет английским языком, да, было слово «расшарить». Расшарить? Расшарить, да. Ну, то есть от английского «share», да? То есть мы понимаем, что вот «share» — поделиться. Вот она, русская приставка «раз». И, конечно, никакого там звука «э» нет, он заменен, вернее, сохраняется та же самая буква, которая в русском языке, да, будет звучать как «а». И вот получается и плюс еще «ть», да? Вот «расшарить», то есть «поделиться экраном». Мне сказали программисты тоже, да, о том, что сейчас на некоторых, некоторых программах появилась кнопочка «поделиться». То есть обычно там «share», да, стоит, вот «поделиться». Но вот какое из этих слов останется? Потому что для меня «расшарить», ну вот звучит некрасиво. То есть оно неблагозвучно. Вот есть еще один фактор, да, о котором мы с вами пока не говорили, это все-таки благозвучие. То есть каким образом слово воспринимается в русском языке. Вот. И второе слово, которому меня научили тоже программисты, это «рандомно». Я очень долго сопротивлялась, да. Очень долго сопротивлялась, потому что есть слово «случайным образом». И, да, оно хорошо звучит. И оно хорошо звучит. Но вот потом я все-таки позднее, да, некоторое время спустя, я пришла к выводу, что все-таки рандомно имеет право на жизнь, потому что это все-таки не случайным образом. Да? То есть вот случайно это означает не планово. А рандомно означает, что я осуществлял выбор каких-либо объектов из какого-то множества, да, с незаданной последовательностью, а с произвольной последовательностью. То есть оно вот точно так же, как триггер, приобрело или специализировалось, да, то есть приобрело определенное конкретное значение в данной области. И таким образом русский язык тоже обогатился. Вот. Но повторюсь, русский язык все равно будет его еще это слово проверять. Пробкатывать будет. Да. Его, да, но... И когда оно появится в академических словарях, вот тогда мы скажем, что это слово. И сначала появится в словах неологизмов, в словаре неологизмов, да, если появится. А пока это оказионализм. То есть оказионализм, словарь новых слов и академический словарь. То есть длинная достаточно цепочка. Поэтому то, о чем вы говорите, это всего лишь процесс входа еще одно профессиональное сообщество или, ну, такой производственный билингвизм. Хорошо, а вот тогда смотрите, когда я готовила эту передачу, мне ребята заинтересовались, потому что это, ну, близкая им тема. Я говорю: скажите, что вас раздражает в современных вот этих англицизмах? И не один человек, несколько сказали мне, когда прекрасные русские слова, которые, видимо, ассоциируются с чем-то с детства, с родным, заменяют совершенно ненужными какими-то английскими. Удивительно, но очень многие приводили в пример слово «блинчики», которое сейчас заменили словом «панкейк». Говорю: зачем говорить «панкейк», когда есть прекрасное слово «блинчики»? И когда мы его говорим, у нас что сразу в голове, да, вот с психологической точки зрения? Варенье, мед, бабушка, там запахи какие-то. А с панкейком ничего вот этой вот цепочки, которая возникает за ним, ничего этого нет. Кроме того, что ты в этот момент говоришь что-то дико модное. Ну, это же то же самое, что крутоны, гренки.
да, то есть вот крутон можно продавать за, я не знаю, там 700 рублей, понимаете, а гренки за 150, да. И то же самое, то есть одно дело, вот я жутко ненавижу слово мерч, да, вы знаете его, очевидно, да, то есть вот, и другое дело, я скажу футболка. То есть, хотя мерч объединяет, да, и футболки, там, я не знаю, и карандаши, и даже зонтики, но мерч это круто, а вот и это красиво, и это модно, а вот футболка это, хотя тоже понятно, что заимствованное слово, да, обкатанное, опять-таки, русским языком. Я думаю, что с панкейками произойдет то же самое, что с очень многими словами. То есть, ну, один сценарий, оно просто уйдет. Блинчики одержат победу. Да, а другое дело, они опять разойдутся, да, то есть блинчики останутся тонкими блинчиками, которые ассоциируются с бабушкой, вот, а вот, у нас же есть еще одно слово, оладушки, да, а оладушки это вот второй вариант, а панкейки, ну, вот тот американский, который жарится с обеих сторон, там, и какой-то очень толстый такой, Ну, в принципе, да, логично. С точки зрения хозяйки кулинарки, я понимаю, что панкейк – это такая штука высокая, которую мы никогда раньше не делали. Даже если мы делали оладушки, они не были не до такой степени вот, высокими и напыщенными. Ну да, возможно, она останется именно как вот такая тонкая кулинарная да, вот, разновидность вот этих. Да. Вот, хорошо. Как вы считаете, вот в среде писателей, учителей, ученых есть некая озабоченность вот тем, что вот в последнее время прям массово они прям входят в жизнь из вот этих из IT-технологий, из маркетологии, из соцсетей вот, наполняют язык? Есть какая-то озабоченность или нет? Конечно, есть. Это однозначно, но вот мы вернемся к разделению, да, то есть есть система русского языка, за которую не надо бояться, и есть речь нашей молодежи и речь наших школьников. И она, конечно, бедна, и в некоторых случаях, наверное, у них есть в сознании, да, какие-то аналоги английских слов, но нет соответствующих русских слов, но это же вина наша. Именно этим занимается вот наша лаборатория текстовая аналитика. Мы проверяем сложность тех текстов, которые читают наши дети. А то, что наши дети перешли на чтение электронных текстов, да, и очень коротких текстов, и то, что мы как взрослое поколение, сформировали им клиповое мышление, это же наша вина. То, что мы им даем тексты, которые совершенно, извините за английское слово, нечитабельны, да, а то, что они либо очень сложны и совершенно непонятны, наукообразны, наши учебники в том числе, да, вот, то, что у нас нет хорошей детской современной литературы, либо они очень примитивны и просты. Мне один мальчик сказал, когда я его спрашивала об учебнике биологии, он говорит, ну вот этот учебник определенного автора, не буду называть за 14-й год, он сказал, ну это вообще для коррекционных школ. А ребенок готовился там, к олимпиадам по биологии и к поступлению в серьезные вузы. То есть это означает только одно, что мы, как взрослое поколение, не готовим для различных категорий читателей, да, для различного читательского адреса разной сложности и разной наполняемости, в том числе лексического разнообразия текста, книги. И учебники должны соответствовать их когнитивной и лингвистической готовности, да, и развлекательные, развивающие книги, да, и, соответственно, телепередачи, и аудиокниги, и подкасты, они сейчас, к сожалению, да, мы ушли от советского, но не пришли к чему-то новому, соответствующему вот современным требованиям. Поэтому мы во многом потеряли идиолекты или язык тех языковых личностей, которые сейчас растут. Mm-hmm. Над этим нужно работать. Вот над этим мы работаем сейчас. А вот смотрите, ну вот продолжать, если эту тему. Допустим, при там, правительстве Татарстана, России, неважно, создается какой-то совет, которому ставят задачу постараться что-то сделать, чтобы сохранить вот этот язык, ну, сформировать то, что не было сформировано. Вот вы бы кого в этот совет пригласили, из чего бы вы начали? Вот кто должен этим заниматься?
Но на самом деле у нас создано очень много органов, да, в первую очередь это соответствующие органы, я просто сейчас боюсь, неправильно произнесу название, но это люди, которые занимаются экспертизой учебных текстов, да, то есть идет ребенок в первый класс, ему должно быть, или во второй класс, да, ему должны быть предоставлены учебники соответствующего, опять-таки, соответствующие его лингвистическому и когнитивному развитию. Вот сейчас в соответствующих документах относительно языка написано следующее. Должен соответствовать нормам русского языка, орфографии, пунктуации. Точка. Но это же неправильно. Или этого недостаточно? Это мало очень. Вот. И опять, я не хотела бы менять тему, но на самом деле именно этим мы занимаемся в лаборатории. То есть мы рассматриваем, насколько высока абстрактность текста. Соответствует или не соответствует, да? Каково лексическое разнообразие? То есть вводный текст не вводный, бедный он словами, не бедный, да? А какова длина предложений? Вот мы нашли, ну, это уже стало притчей во языцах, на самом деле, я уже на очень многих площадках это говорила, но еще раз повторюсь. Мы нашли в текстах обществознания предложения, и искать было несложно, с длиной 48 слов, 39 слов. Ну, я не знаю ни одного школьника и взрослого человека, который мог бы, вот прочитав это предложение, вспомнить, что там было в начале. Да? То есть очевидно, что они совершенно неподъемные. Вот. И мы еще с вами не говорили о серьезном влиянии, хотя вот немножко упомянули об академическом письме. Да? Мы не говорили об изменениях, которые происходят в наших текстах. То есть одно дело словарный запас, да, там вот какие-то приставки у нас появляются, типа «нано», да, вот, это вот из нововведений. Но меняется русский текст, меняется русский дискурс, русский академический дискурс, да, мы свои научные статьи сейчас начинаем писать по-другому, от нас требуют, вот. Изначально художественный русский дискурс, он строился иначе, да, то есть мы сейчас должны очень хорошо готовить детей к чтению и художественной литературы, и академического текста, да, вот, они строятся иначе, они должны строиться иначе. И вот как раз академический текст, он высокотекстуален и низкоконтекстуален, то есть его нужно читать так, чтобы вот между строк ничего не осталось, ну, или оставалось минимально. Как конструкция. Да, то есть там, чтобы было все абсолютно понятно. У нас, к сожалению, учебники, то есть академические тексты, построены далеко не по этому принципу. Далеко не по этому принципу. Нет повторов, которые нужны для того, чтобы ребенок запомнил. А длинные предложения, как я уже говорила, высокая наукообразность и высокая синонимия. То есть один и тот же термин, невведенный, заменяется на другой, на третий, на четвертый, и школьник просто теряется. Да, у него утрачивается мотивированность, и он перестает читать. Он перестает читать. Мы теряем этого читателя. Вот, поэтому, конечно, нужно сначала ввести экспертизу. Экспертизу серьезную, вот то, чем мы занимаемся в нашей лаборатории. Вот, и мы, конечно, об этом очень много сейчас говорим. И, по-моему, услышаны уже. Становимся услышаны, да. Это да, хорошие новости. Да. А вот как вы относитесь к тому, что вот периодически, там раз в 5 лет, в 10 лет, может быть, возникает вот это снизу или, может, сверху, не знаю откуда, идея все поменять, когда речь идет о вывесках, о том, что называют, регистрируют фирмы на английском или еще лучше, когда русские слова пишут английскими буквами. Вот как вы к этому относитесь? Ну вот мы живем в такое время, когда запросто может прилететь завтра от сопряжения, все снять, все вывески перевести на русский язык. Как вы считаете, это поможет как-то или что вообще? Имеет смысл это делать? Вы знаете, я думаю, что здесь регулирование государственное абсолютно необходимо. При всей значимости творчества со стороны и пользователей, и владельцев, вот когда мои дети были совсем маленькими, я помню, что появились слова на вывесках «съять», да, типа «товарищ», «кирпич». И я очень переживала, что мои дети, увидев вот это,
станут ставить какую-нибудь там буковку вот так после, будет, да, писать слово кирпич, да, с этим, да, ятем или ерем. Да, вот, то есть, ну или там вот в товарищи, да, твердый знак могут поставить. То есть это все-таки влияет, очень мощно влияет на как раз подрастающее поколение, ну и на всех нас. Есть у меня одна аспирантка, теперь уже бывшая, которая защитила кандидатскую диссертацию, Алия Исмагилова. Мы с ней писали по лингвистическому ландшафту Казани, но больше писали по эпонимам, то есть как раз вот по вывескам. Мы сделали выборку по центральным улицам и по периферийным улицам города Казани и пришли к выводу, что, конечно, вот вестернизация наблюдается преимущественно в центральных, на центральных улицах города Казани, значительно меньше на периферийных улицах. Но собирали мы тогда информацию 14 по 17 год, по-моему. Да, по 17, наверное. Вот после этого. Я думаю, с этого момента процесс только усугубился. Усилился, очевидно, да. Вот. И мы зафиксировали, да, мощную вестернизацию, и она, на мой взгляд, лучшим образом не сказывается на населении. Вот. Но даже не столько от присутствия англоязычных или вообще германского происхождения слов, или там французских, да, итальянских, а потому что она очень часто может вести к безграмотности. Потому что ребенок будет запоминать слово вот в той графике, которую он увидел. Поэтому, на мой взгляд, там государственное регулирование и в хорошем понимании цензура абсолютно необходимы. Точно так же, как и в текстах, которые звучат и в метро, и в общественном транспорте, и все вывески, они должны быть безупречными с точки зрения и русской орфографии, и грамматики, и всех правил. Вот. Но это мой взгляд. Я вот абсолютно с вами согласна. Недавно ехала в автобусе, и это не относится к английскому языку, относится к русскому, но звучит не менее, я бы сказала, драматично. Автотранспортному предприятию срочно на работу требуются кондуктора и слесаря. Ну, вот, да. Прекрасно. Да, и это, да, постоянно крутится через каждые 5 минут. Замечательно. Когда я вам говорила о том, что я начала использовать вот эти вот английские словечки в своей обыденной вот профессиональной речи, это вот от чего зависит? Уровень образования, социальный статус, возраст все-таки. Вот когда обычный человек начинает пользоваться, вот easy у меня появилось слово, да? Мне так нравилось, как оно звучит, что-то такое игривое в этом я для себя почувствовала, и для меня это была игра. Потом появилось слово deadline, ну, вынуждено, потому что я сначала спросила, что это такое, а мне сказали, окончательный срок сдачи проекта, длинно, deadline коротко и понятно. Вот от чего зависит, допустим, если я не видела человека полгода, и я встречаюсь с ним и понимаю, что в его речи появилось прям вот, ну, прям вот заметно количество вот этих слов. Вот что я еще не уловила в этом? Ну, во-первых, это процесс освоения какого-либо жаргона или сленга, да? То есть это, ну, или языка в хорошем понимании, да? А во-вторых, и это, наверное, самое главное здесь, это частотность. Вот как мы осваиваем язык, да? То есть совсем недавно я смотрела теперь уже старый TED-ток, и профессор американского университета рассказывал о том, как они записывали речь своего малыша. То есть вот принесли его из роддома и установили огромное количество камер, и установили огромное количество этих микрофонов во всем доме. Ну, то есть это был проект, который финансировался университетом, да, MIT. Вот, и записывали речь ребенка. Так вот, ему нужно было, понадобилось 74 раза повторить слово water, вода, да, чтобы он начал его произносить, то есть там начал с га-га. Вот, а сколько при этом нужно было маме, папе, бабушке и еще няне сказать это слово для того, чтобы он его воспроизвел, да, вот, с ошибками, а потом правильно, наконец, да. То есть вот мама показывает ребенку, это мячик, мячик, посмотри, мячик, дай мне мячик. Да? То есть частотность – это первый параметр, который работает
для усвоения нового слова. Если вы это слово слышите просто часто, и оно, второе, оно ложится на язык, то есть и ложится на ухо, да, то есть оно благозвучно, и его несложно произносить. В нашей речи, допустим, очень мало заимствований из кавказских языков, потому что совсем... Артикуляция другая совсем, там, да? Там последовательность звуков не та, mm-hmm. последовательность фонем, да. Вот в этой связи есть очень курьезный совершенно случай, который сказала мне моя научная руководитель Лидия Ивановна Баранникова, когда я еще кандидатскую диссертацию писала. Вы помните, да, как называлась столица Киргизстана в советские годы? Фрунзе. Вот. Но в киргизском, вот монолингвы киргизы, вот это фэре произнести не могли. Они произносили это пурунзе. Понимаете, да? То есть вот эта вот замена. В греческом нет «б» в инициальной позиции. Они говорят «мплуза» вместо «блуза». Понимаете? То есть поэтому для того, чтобы слово пришло, оно должно иметь ту же дистрибуцию же звуков. Группы, условно говоря, да? Да, оно должно последовательность звуков. Ну, почему, mm-hmm. допустим, суши, лар, суши в татарском языке вот легко, да, вошло в татарский язык? Потому что, ну что, это вот последовательность звуков для татарского языка, ну нормально, и для русского нормально. Тоже абсолютно естественно, mm-hmm. да. Потому что вот эта последовательность, дистрибуция фонем, она mm-hmm. одинакова. Вот, поэтому частотность, благозвучность, легкость в произношении, ну и, конечно, семантика. То есть она должна быть очень востребованной. Uh-huh. Да? Ну, а востребованность, она происходит от частотности. Есть еще один эксперимент, который тоже проводили в одном из американских вузов, исследовательских институтов, прошу прощения. Когда значит, приходила живая няня и разговаривала с детьми, да, и... Приблизительно тот же самый текст был наговорен на каком-то электрическом, да, то есть на носителе, аудионосителе, прошу прощения. Вот, и разница была огромная. Да. Поэтому живую речь никто не заметит. Угу. Получается, что мне, как обычному человеку, нужно, ну и всем, кто смотрит, спокойнее относиться к тому, что происходит с языком, но в то же время, как всегда, истина где-то посередине, да, продумано использовать эти нововведения в отношении детей в основном. Конечно, направьте свои усилия и энергию не на борьбу, а на созидание. Предлагайте своим детям хорошие книги, да, читайте хорошие книги, слушайте хорошие подкасты. Mm-hmm. Да, и у нас не будет этой проблемы. А то, что наши дети стали билинговыми, ну, это же замечательно. Это прекрасно. Да, и мы стали в определенной степени. И наше профессиональное сообщество продвинулись в развитии. Уйдет то, что показано там этим Гариком Харламовым, да, вот помните, прибить табличку или приклеить табличку, да, известную из Comedy Club. Вот, то есть это уйдет, потому что это вода. Эта вода, она будет вытолкнута просто системой. Mm-hmm. Вот. А наши усилия должны быть нацелены на то, чтобы предоставлять нашим детям и нашей молодежи хорошие книги, хорошие учебники, хорошие аудиокниги и хорошие передачи. Это в наших силах. А все остальное сделает русский язык, как по аналогии с вымыванием из породы золота. Конечно. Он самое важное, но самое нужное оставит для себя, и мы будем этим пользоваться, я надеюсь, еще очень много лет. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. За ваш замечательный рассказ. Ну, традиционное пожелание: берегите себя, берегите свою речь и своих детей, получается, от ненужных каких-то засоренностей. И пусть все у вас будет хорошо. До свидания. Всего доброго. До свидания.